Привет всем! Вы на канале Домовенок, канале, где все делается своими руками. Совсем недавно в моем распоряжении появились станки для холодной ковки от производителя Gibbon, с помощью которых я уже сделал пару изделий. Вы их можете посмотреть у меня на канале. Еще недавно у меня появился трубогиб от того же производителя. Я делал обзор на него в прошлом видео, все ссылки будут в описании. Также в описании вы найдете ссылку на сайт производителя, где можно заказать эти станки. Так вот, сегодня я приступаю к созданию очередной самоделки с использованием этих станков, которая, я уверен, понравится многим и станет не только нужной вещью, но и будет украшением нашего двора. Приступим! We'll be right back.
Пропуская весь процесс покраски, хочу поблагодарить производителя Gibbon за предоставленные станки, благодаря которым я воплотил в жизнь очередную свою задумку, о создании которой мечтал уже давно, и без которых этот мангал так и остался бы простым мангалом на четырех ножках. Ссылки на производителя я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Теперь у него есть такая красивая подставка, если можно ее так назвать, которая всем своим видом будет украшать двор и которую при желании можно передвинуть или транспортировать, ведь я оснастил ее колесами и съемным козырьком. Кстати, да, сам короб у меня уже был, я лишь немного обновил его и добавил ручки. Вы, наверное, заметили, что он оснащен электроприводом для шампуров. На моем канале есть видео, как я его делал. Мне нравится так жарить мясо, ничего не капает, прожаривается со всех сторон и остается сочным внутри, и все довольны. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока!